Бульвар современных технологий откроется в краевой столице. Выставка с таким названием пройдет в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». Ведущие энергетические предприятия края продемонстрируют уникальные приборы последней разработки в области энергосбережения. Также специалисты расскажут о самых эффективных технологиях в освещении, вентиляции, теплоэнергетике и водоснабжении. А еще в программе игры, лотереи и конкурсы. Таким способом организаторы Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» надеются привить горожанам культуру бережного отношения к природе через использование более современных технологий. Откроется выставка 3 сентября в парке культуры и отдыха «Центральный».